Йо-хо-хо! Кто посылку заказывал? Вы? Ща будет! Всем привет! С вами я, Алиса. Под Новый год к нам пришла юбилейная 15-я посылочка из Америки. Конечно же, тут есть сюрпризы и крутые и неожиданные подарки. Так что не переключайтесь, смотрите видео до конца и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео и конкурсы. И давайте же распаковывать эту посылку! Пам-парам-пам, пам-парам. Красотень. Так, здрасте. Что это? Это Create a Monster, причем добавочный такой вариант. Пчелка Майя. Она без тела идет, но тем не менее мне бы хотелось этот набор, поскольку у меня его не хватало в моей коллекции. Так что буду обязательно придумывать новые образы и выкладывать фоточки в Инстаграм. Так. Накануне Нового года я решила заказать кукол Ever After, потому что, угадайте, почему. Сирис Худ чайную. У меня ее не хватало. А я хочу снять в скором времени коллекцию моих кукол Ever After High. Поэтому ура! Чайная вечеринка готова. Можно уже начинать снимать. Apple тоже, кстати, хороша, так что... Вообще, моя любимая-любимая-прелюбимая куколка. Это Джинджер Брэд Хаус. Она красавица. Хочется мне надеть эти очки, чтобы она была таким очкариком. Это клево, мне нравится лично. В общем, моя любимая и самая крутая кукла для меня. Давайте смотреть дальше, потому что на этом подарочки не заканчиваются. Я вижу много баблов, ненужных. И Купидон Through the Wolf. В эту серию входят еще Эшлин, Поппи и Блонди Локс и Купидон. Очень милые. Мне нравится, что у нее есть колготки. Это реально ценится в последнее время, потому что после ребута идут куклы в основном без них. Очень хороший набор, очень хороший аутфит в этой серии. И вот эта беретка на ее голове вообще шикарная. Вот так. Также под елочку я заказала такой вот клевый набор. Это лип-глосс, как написано на коробочке. Я вижу здесь комплекты помад. Все, я обязательно буду вот ими пользоваться. Тут для Madeline Hatter и Raven Queen. Даже не знаю, что мне больше подойдет. Но. Вот и мы и посмотрим. Очень красиво в форме зеркала оформлен. О, знаете, кого я вижу? Это Дракулаура. Значит, после ребута из серии Electrified. А подсерия называется Hair Rising Ghouls. В общем, мне очень нравится ее гофре. Это шикарные, я бы сказала, волосы. Интересно, их можно как-то выпрямить. Electrified — это уже 15-й спецвыпуск Monster High и второй фильм после ребута. Вау! Сюжет этого фильма вращается вокруг Франкенштейн и Клодин Вульф. И он рассказывает о создании одежды, которая вдохновлена неоном. Вот такой вот завороченный сюжет. Дракулаура, на мой взгляд, она сильно отличается от промо-фото, но тем не менее мне безумно нравится ее гофре, потому что гофре — это прикольно, правда. И выразительные глаза ей идет. А еще мне очень нравится, что ее сердечко мило подведено голубым карандашом. Обычно всегда подводится малиновым там или розовым, а тут синим. А вы бы хотели к себе в коллекцию такую куклу? Пишите в комментарии. Так, смотрим, что еще тут есть. Свечка Monster High, она розового цвета. Причем, знаете, я думаю, свечка, она ничем не отличается от обычных, но сам факт, что она в такой коробке... Мне бы хотелось бы ее, конечно, бы зажечь. Но, судя по тому, какой я человек, я, наверное, поставлю вот так вот на полочку.
просто вот оставлю и уйду вот так. Ну, не знаю, посмотрим. Следующая кукла, которую я вижу, она довольно необычная, я бы сказала, очень уж необычная. Просто до мурашек. Это коллекционная кукла Барби «Сумасшедший шляпник» из «Алиса в стране чудес». Эта кукла необычная не тем, что это шляпник, а тем, что у этой куклы настоящие морщины. Да, правда, настоящие морщины. Это, с одной стороны, смотрится довольно крипово, но с другой стороны, это, наоборот, клево. Ведь не каждый день видишь такую куклу. Кстати, у него ручки просто с ноготок. Ну и сама кукла, в принципе, миниатюрная по сравнению с Monster High или же Ever After. Эта куколка подарок не мне, а моей маме. И если вам будет интересно посмотреть на него обзор, то обязательно напишите в комментарии. Я всегда, кстати, читаю комментарии. Я даже иногда отвечаю. Ну, да. Всегда об этом говорю. Еще одна куколка из коллекции Electrified. Это это Ари Хантингтон. Они так похожи, что я их бывает путаю. Извините, пожалуйста. Не привыкла еще к такому повороту событий. Ей вообще очень идет сочетание синего цвета и фиолетового. На мой взгляд, вот это вот самая лучшая кукла, правда. Теперь давайте смотрим дальше, что есть в этой посылочке. Так. Вот это поворот! Вы не поверите, кто тут есть. Меня переполняют эмоции. Итак. Я думаю, вы догадались, какая кукла находится тут. Сейчас бы не расплакаться. Смотрите! Это же зомби Гага! О, она шикарная, мне она очень нравится. Я думаю, я сейчас должна минуты 3, минут 10, наверное, стоять и рассматривать ее. 2 hours later. У нее волосы, как у Рошель Гойл, такие вот пастельные тона. Но тут круче, потому что тут есть еще фиолетовый. Я считаю, это самая долгожданная куколка вообще за 2016 год, за весь год. Наверное, даже за 3 года моего увлечения куклами Monster High. Когда я вот ждала Кэти Нуар, у меня были такие же чувства просто. Я очень хочу на нее снять обзор как можно скорее. Я думаю, сейчас я этим и займусь. Так что, ребята, к сожалению, большому сожалению, нам с вами пора прощаться. Я очень рада, что такие куколки теперь появились в моей коллекции. Особенно зомби Гага. Я ее так долго ждала. У меня просто сердце сейчас разрывается на большие кусища. Надеюсь, вам это видео понравилось. И я надеюсь, вы напишите комментарий, на какую куклу вы хотите следующий обзор. Так что обязательно подписывайтесь на канал. А еще у нас сейчас проходит конкурс на комиконовскую Франкенштейн. И обязательно участвуйте, потому что осталось несколько дней до итогов. Ну, а мне сказать больше нечего. До новых видео. Пока-пока. Во, все, сейчас круто было. Сейчас, чтобы удобненько было. Тут все настроено. Всем привет, с вами я, Алиса. Машины. Чтобы она такая очка. Так, ну, выключайте, пожалуйста. Внести ноточку, такую новогоднюю. Буду там что-нибудь. Главное, это оформление. Да. А потеря называется... Hair rising. Простите, я устала. Ну не, я вообще просто.
Это я... До свидания.